На стадионе Балятина в поселке Октябрьский прошел дворовый футбольный турнир, посвященный Дню Победы. В соревнованиях принимали участие дети от 7 до 15 лет. Борьбу между командами наблюдала наша съемочная группа. Турнир дворовых, посвященный Дню Победы. И мы пригласили всех, кто и профессионально играет в футбол, и кто вообще в футбол. Всех, чтобы они полюбили, влюбились в этот вид спорта. Чтобы истории, чтобы ребятки знали, чтобы был День Победы, чтобы мы победители. В футбольном турнире принимали участие 4 команды, в которых как мальчики, так и девочки. София Илларионова играет под 19-м номером. С 5 лет увлекалась дворовым футболом. Сейчас занимается в профессиональной команде. Чтобы развивать и улучшать свои навыки, не пропускает ни одного турнира. Вообще мы изначально проигрывали, но сейчас мы уже практически сравняли счет. У нас в Октябрьском сейчас нет женских команд. Мы рады, что мы можем поиграть в таком дружеском турнире. Матч длился по 15 минут. На поле сразу 4 команды. Каждая сыграла по 3 игры. По результатам соревнований первое место заняли футболисты в зеленой форме с названием «Мага». Было нормально. Вырвали, не знаю, повезло, может быть. А может быть и нет. Наша команда была не сформирована. С некоторыми ребятами мы виделись вообще первый раз. Мне понравилось, несмотря на погоду, было очень круто, мне все понравилось. За призовые места командам вручили кубки, грамоты и медали, а лучшим игрокам и капитанам подарили мерч городского округа, рюкзаки и кепки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.